Я думаю, что отдых чиновников в России не станет трендом для остальных россиян, едва ли. Я не вижу причинно-следственной связи здесь абсолютно никакой, потому что санкции не касаются обычных людей, санкции касаются только избранного количества людей, которые там, чьи имена есть в этих списках, да, поэтому простым гражданам совершенно не о чем беспокоиться, они могут так же путешествовать, как и путешествовали до этого, и я сомневаюсь, что кто-либо будет выбирать, я сомневаюсь, что кто-либо не поедет за границу, беря в пример там, высших чиновников нашей страны. Я думаю, этого не произойдет.